лучшие. Как игралось? Тяжело. Тяжело. Но мы сначала было тяжело первый раз. Но было две ничьи и две победы. А с кем хотя бы были ничьи? Мы играли с первой ничьей. С сороковой мы выиграли ее 1-0. Чисто случайно Буй разбил девятку. Потом мы играли с первой. Там вратарь. Ну вышел вратарь. Потом мы играли с первой. Мы ничью сыграли. Мы просто устали. Да, потом сегодня мы играли сначала с кем-то. 33-й. Ну, тут забрал один мальчик под Женя. Я ему дал 5 пасов голевых, и он мог забить, но он не забил. В 1-1 все равно. Ты не забил. А чтобы, да? А чтобы забить, что нужно? Чего не хватило? Техники. Смелости, техники. И дыхание. И воды. А что значит смелости? Это потому что бояться что-то там сделать, забить. Бутер рать. И ну, что купишь бутер рать? Да. А вы себя считаете дружной командой? Да. Да. Почему? Потому что мы играли в пас. Как часто вы собираетесь вместе для того, чтобы сыграться? Мы один класс. Мы один класс, кроме одного. А где собираетесь? У вас есть любимые? У нас на зеленке. Там на роликах катаемся. Мы 54-я школа, кстати. Во, самая лучшая. Во. После гимназии. Удачи.